24 мая – день памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка. В этот день принято отдавать дань памяти святым Кириллу и Мефодию, которые создали первый прообраз современной азбуки, называемой в народе кириллицей. Накануне в стенах Елабужского института Казанского федерального университета состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры. По традиции организатором праздника стала кафедра русского языка и литературы. Сценарный ход исполнен был очень интересно. С одной стороны, научно, потому что это история нашего языка, это история нашей культуры, это знание старославянского языка, что очень важно для всех нас. Вот. И с другой стороны, это очень яркое действие, которое вызывает отклик и самые положительные эмоции. В ходе мероприятия зрители узнали об истории развития письменности славянских народов и познакомились с народными песнями, молитвами и старинными обрядами. Главными героями постановки стали Кирилл и Мефодий. Язык нас объединяет, и мы гордимся этим, что мы вместе. В этом году приобщиться к славянской культуре смогли не только студенты кафедры русского языка и литературы, но и те, кто учится на других направлениях – студенты колледжа и университетской школы. По окончании творческой программы были объявлены имена победителей конкурса научно-популярных видеороликов, посвященных изучению этимологии славянских слов. Маргарита Михайлова, Универньюз.